Ленинградская область не всегда была такой, как сейчас. В разное время она занимала разную территорию. До 1710 года называлась вновь завоеванная Петром I губерния Ингерманландской. Далее стала Петербургской, а затем Петроградской, ну и позднее Ленинградской. В 1927 году губерния стала Ленинградской областью, но и тогда занимала иную, нежели сейчас, территорию. С 1712 по 1918 год это была столичная губерния. Со второй половины XIX века Российская империя переживала экономический подъем, и ее столичная губерния переживала этот подъем вместе со всей страной. Водных рыб. Это всем известные лещ, окунь, судак, лосось, щука и другие виды. Который находился в окрестностях поселка. Этот монастырь сейчас не существует. В 1764 году он был упразднен по повелению Екатерины II. Издавна в Вознесение местные жители занимались рыболовством и проводом судов через реки и озера Мариинской системы. Мариинская система действовала аж до середины 20 века и соединяла Санкт-Петербург, Ленинград с городами Верхнего Поволжья.
вытекает из Онежского озера и впадает в Ладожское. Она является частью Волго-Балтийского речного пути. Этот путь открыт 28 октября 1964 года. Он заменил собой старую, уже пришедшую в ветвь Марийскую лунную систему. Волго-Балт имеет протяженность 861 километр и соединяет город Санкт-Петербург на реке Неве и город Череповец на реке Шерстин. Вокруг Онежского озера, по причине его такого же, как у Ладоги, буйного и сурового нрава, также был прорыт Обонежский канал. Он является частью еще той старой Мариинской водной системы, которую в 20 веке заменил собой Волга-Балт. Этот канал прорыт в первую очередь в 1818-1820 годах, вторая очередь в 1845-1852 годах. Этот канал соединяет реку Свирь и реку Вытегру. Волга-Балт является крупнейшей в мире озерно-речной системой. Эта деревня раньше называлась Салюзи. Перед Первой мировой войной здесь был возведен эллинг для строительства русского военного дирижабля объемом 20 тысяч кубометров. Дирижабль назывался «Гигант», а в мае 1926 года, уже после установления советской власти, здесь останавливался дирижабль «Норвегия», который должен был доставить на Северный полюс членов научной экспедиции. Ранее, в июне 1912 года, в этой деревне проходило испытание первого в мире ранцевого парашюта Котельникова. Котельников – это талантливый русский изобретатель. Он отслужил в армии, рано уволился в запас и стал артистом. Играл в пьесах Островского и Горького, но его мысли занимала авиация. В сентябре 1910 года он присутствовал на состязаниях летчиков на комендантском аэродроме на северо-западной окраине тогдашней столицы России Петербурга. И был свидетелем трагического случая, когда при выполнении сложной фигуры летчик выпал из самолета и разбился. Самолеты в то время были открытыми, и Котельников решил создать парашют, который будет открываться по желанию летчика или же автоматически, в том случае, если летчик в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств потерял сознание. Летом 1912 года прошли первые испытания парашюта Котельникова. Сперва с высоты 200 метров сбросили манекен весом 76 килограмм и ростом 176 сантиметров, имитирующий человека. Потом манекен был сброшен с аэростата, поднявшегося в небо на 100 метров. И, наконец, в январе 1913 года впервые в мире с парашютом прыгнул человек. Это был студент Петербургской консерватории, некто Осовский. Произошло это во Франции. Во всех трех случаях парашют, изобретенный Котельниковым, действовал безотказно. Поле, возможно, вот за той лесополосой и проводились испытания парашюта Котельникова. Но правительство царской России всячески препятствовало внедрению нового изобретения в серийное производство.
главнокомандующий ВВС Российской империи, великий князь Александр Михайлович, писал: парашют для летчиков вообще вещь вредная, так как в случае любой опасности летчики будут спасаться с парашютом, предоставляя самолет гибели. Лишь в годы советской власти парашют вошел в серийное производство и очень помог летчикам во время сражений двух мировых войн. В основном, конечно же, Второй мировой войны. А в память о великом русском изобретателе Котельникове в деревне Салюзи присвоено его имя. Летательный аппарат на паровой тяге, самолет Можайского. Он пролетел вот над тем полем. Сейчас это поле застроено коттеджами дачников из Петербурга. Управлял первым в мире летательным аппаратом тяжелее воздуха механик Иван Глебов. Можайский работал над своим изобретением свыше 20 лет. Он построил и испытал множество моделей и конструкций. И в ноябре 1881 года получил, наконец-то, патент на изобретенный им самолет. Самолет представлял собой моноплан весом 950 килограмм и приводился в движение двумя паровыми машинами общей мощностью 30 лошадиных сил. Эти паровые машины вращали три воздушных четырехлопастных винта. Детали самолета были изготовлены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, а сам самолет собран вот здесь, вот на этом поле, между Вороньей горой и Красным селом. Сейчас поле застроено дачами, тогда оно было пустым, склоны тоже не были заросшими, и именно отсюда Можайский осуществил испытание первого в мире самолета тяжелее воздуха. Вот в этом месте это и случилось. 1 августа 1882 года. Самолет американцев братьев Райт был построен только в 1903 году. Причем, в отличие от самолета Можайского, он не мог взлетать самостоятельно. Его воздух выбрасывала специальная катапульта. Так что родина авиации все-таки Россия, а не Америка. Ближайший пригород Санкт-Петербурга. В начале 18 века здесь, в этом парке, стоял деревянный путевой дворец жены Петра I Екатерины I, урожденной Марты Скавронской. А на перекрестке дорог стояла деревянная церковь, построенная также в честь святой Екатерины. Позднее она неоднократно перестраивалась и вот такой вот дошла до наших дней. В 60-х годах 18 века Красное село расстраивается. Оно стало местом проведения летних учебных военных лагерей. Петербургская знать наблюдала с холмов за ходом маневров. К северу от Красного села в районе Горелого располагалось артиллерийское учебное поле. К югу находились здания штаба, управления маневрами, офицерские казармы. Здесь на лагерном холме находились солдатские палатки, а к востоку поле для упражнений пехоты. Жизнь высшего петербургского общества била здесь ключом. Конечно, это все происходило в теплое время года. Она хорошо описана в романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». По сюжету романа здесь, в Красном селе, стоял полк, в котором служил герой романа Вронский. В военных маневрах под Красным селом
в разное время принимали участие многие выдающиеся полководцы. Александр Суворов, Михаил Кутузов. Также здесь служил и тоже принимал участие в маневрах офицер лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов. Вот видна труба старой бумажной фабрики, бывшей фабрики. Это один из первенцев бумажной промышленности в Российской империи. Она основана в 1795 году. В октябре 1919 года Красное Село оказалось на направлении главного удара войск генерала Юденича, рвущихся к Петрограду. Бои за Красное Село были очень ожесточенными. Здесь, в районе бумажной фабрики, держали оборону рабочие Путиловского завода, балтийские моряки и башкирская стрелковая бригада. 16 октября белогвардейцам удалось взять Красное Село, и 20-го они вышли к ближайшим пригородам Петрограда, к Лигово-Пулковским высотам. Но уже 21 октября войска Красной Армии перешли в наступление, и через 5 дней в ходе ожесточенных боев охватили кольцом группировку генерала Юденича, заняли селение Ропша, которое находится в нескольких десятках километрах отсюда. И в ноябре 1919 года в районе Волосово Юденич был разбит, и его недобитые части отброшены в Эстонию. Вокзале Санкт-Петербурга. Именно отсюда была проложена первая в России железная дорога. Ну вот здесь представлен как раз макет первого поезда, который ходил по Царско-сельской железной дороге. Вот так вот. Это не настоящий, это макет. Вот так вот выглядит паровоз. Вот, соответственно, тендер, паровоз ездил на дровах, вот здесь дрова, кидались они вот сюда в топку, и за счет этого паровоз двигался. Ну, соответственно, вагоны были первого класса, это значит крытые с занавесочками, это для богатых господ. Второго класса, поскромнее, сиденье пожестче. Ну, второго класса открытый вагон на случай летней жары. Ну, а третьего класса, как мы видим, уже без всякой крыши, это уже для совсем простых людей. Так скажем, для рабочего класса. Вот, соответственно, отсюда отправлялись поезда до Царского Села, самой популярной у императорской семьи царскосельской резиденции. Загородных резиденций у императорского дома Романовых было много, но вот Царское Село — одна из самых популярных загородных резиденций, где императорская семья проводила теплую часть года. Ну и, конечно же, для императорской семьи предназначался отдельный вокзал. Негоже было августейшим особам ожидать поезда и садиться в поезд вместе с остальной публикой. Вот он, вокзальный павильон для императорской семьи, построенный специально, ну, в стиле такого псевдобарокко. Ну, а вот здесь мы видим основу старого моста, по которому проходила императорская ветка железной дороги. Вот даже от нее осталась насыпь. В принципе, до 10 с лишним километров она полностью дублирует трассу Виндава-Рыбинской железной дороги, а потом под острым углом отходит от нее в сторону Царского вокзала, находящегося рядом с Александровским парком. Царскосельская железная дорога, первая в Российской империи, шестая в мире. 15 апреля 1836 года император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги. 1 мая 1836 года строительство дороги началось.
Первая российская железная дорога соединяла Санкт-Петербург с самой популярной резиденцией российских императоров, царским селом. Но в конце 19 века было принято решение как-то обезопасить августейшую семью. И начала строиться параллельно царско-сельской железной дороге императорская ветка непосредственно для проезда царского поезда. Остатки насыпи этой императорской ветки мы сейчас с вами видим. Вот она уходит в поле. Как раз в этом месте она расходится с основной нынешней современной трассой, которая проходит вот здесь. Вот. Трасса железной дороги на Пушкин, Павловск, ну и далее и так далее. Называлось это когда-то Виндава-Рыбинской железной дорогой. Насыпь отходит под острым углом вот там и расходится с этой веткой, следуя городу Пушкину к Царскому вокзалу. 30 октября 1837 года по Царскосельской железной дороге в 14:30 с Витебского вокзала отправился первый поезд из паровоза и 8 вагонов. И спустя 35 минут под бурные аплодисменты публики прибыл к вокзалу Царское село. Вот сюда. Итак, в 1895 году правительство Российской империи озаботилось безопасностью августейшей царской семьи и решило построить параллельно Виндава-Рыбинской, в прошлом царско-сельской железной дороге, еще одну ветку непосредственно к Царскому вокзалу для одного поезда императорского. Вот мы видим ничем не примечательные кусты, такую просеку между кустами. Это не что иное, как насыпь этой самой царской императорской железнодорожной ветки. Она шла сперва параллельно царско-сельской ветке, потом отходила от нее направо в поле. Здесь, в районе Царского села, проходит, располагается бассейн реки Кузьминки. Вот это все ее притоки, оттоки. И вот через этот небольшой ручей был построен мост. Вот здесь поверху проходила ветка императорской железной дороги. Ну а развалины моста, собственно, вот они, вот мы их видим. Вот что от этого моста осталось. Перед нами сохранившиеся устои моста через реку Кузьминку. Вот здесь был мост, над рекой проходила ветка императорской железной дороги. Эта дорога была не для простых смертных. По ней, помимо царского поезда, еще путешествовали послы иностранных государств к русскому двору. Ну и функционировать дорога перестала вместе с крахом Российской империи. Ветка императорской железной дороги шла вот так вот через поле. Кладбища здесь, конечно, не было, оно появилось позднее. Это Кузьминское кладбище, но это уже совсем современные могилы. Вот река Кузьминка. По этой дороге, помимо послов, приезжали к российскому двору с визитом главы иностранных государств и правительств. В частности, мы по истории хорошо помним, накануне революции в России визит французского президента к русскому двору, президента Пуанкаре. Вот прекрасно, кстати, сохранилась гранитная облицовка устоя моста. Ну, моста, понятное дело, нет уже. Ну, а вот этот устой пострадал гораздо больше. Облицовка здесь почему-то вся осыпалась.
Ну а далее императорская ветка следовала вот туда, вот к тем домам, и поворачивала направо уже непосредственно к царскому вокзалу, находящемуся недалеко от Александровского дворца, резиденции последнего российского императора Николая II. Вот здесь можно ознакомиться со старинной технологией строительства вот таких вот мостовых устоев. Гранитные блоки уложены, как мы видим, в шахматном порядке, и между ними забутовка на растворе накидана из местного бутового камня. Ну вот очередные мостовые устои. Императорская ветка проходила вот так, по прямой, вот оттуда, от тех кустов, где находятся еще такие же мостовые устои от разрушенного моста через реку Кузьминку. Вот дальше она проходила вот так вот прямо и шла вот поверху, вот по этому путепроводу. Путепровод был над дорогой. Вот здесь вот, вот так вот располагалась дорога. Сейчас улица города Пушкина немножко сместилась вот туда. Ну а дальше дорога следовала, соответственно, вот туда прямо, где стоят эти дома. Раньше в этих местах была деревня Кузьминка. И вот за этими домами она уже начинала плавный поворот направо к Царскому вокзалу. Он здесь очень-очень недалеко. Так что жители этих домов, может, знают, может, нет, что когда-то на месте их домов ездил на своем царском поезде государь-император Николай II. Императорская ветка царско-сельской железной дороги проходит в пойме реки Кузьминка. Вот река Кузьминка, здесь она имеет вот такой разлив. Для того, чтобы он получился, построена вот такая вот плотина. Вот здесь вот уровень русла стремительно понижается, и вот таким потоком река следует через плотину дальше. А до плотины она образует вот такой вот огромный разлив, целое озеро. Внизу плотины картина совсем другая. Здесь река Кузьминка превращается вот в такую вот быструю, узкую речку, мелкую, с быстрым течением, наподобие горных речек. Со своего Александровского дворца в Пушкине императорская семья могла попасть по собственной ветке железной дороги не только в Гатчину, Варшаву, но и вернуться по Санкт-Петербург. Для этого вот здесь была построена дополнительная ветка к императорскому вокзалу, который находится вот там. Она соединялась с веткой железной дороги на Гатчину, на Варшаву и в итоге в Западную Европу. Вот через реку Кузьминку сохранились остатки моста, по которому проходила императорская ветка железной дороги. И вот здесь, уже совсем недалеко, эта ветка соединялась с основной магистральной трассой Варшавской железной дороги, которая находится вот там, за этими деревьями. Сейчас по ней с Балтийского вокзала, так как Варшавский уже превращен в торговый центр,
ходят электрички на Гатчину и на Лугу. Ну а это безымянный ручей, питающий реку Кузьминку. Здесь она вплотную подходит к Варшавской железной дороге и поворачивает вот туда, в Александровский парк. Вот над притоком Кузьминки мост, по которому и проходит Варшавская железная дорога. Итак, мы в поселке Александровское. Сейчас мы можем наблюдать вот такую карту поселка. На ней изображена железная дорога, ныне действующая, которая является такой магистральной двухпутной железной дорогой. А также вот ответвление, которое было построено еще при царе. Оно интересно нам тем, что сама дорога, сейчас являясь всего лишь нашим подъездным путем к одному из предприятий Пушкина, при царском режиме служила дорогой к царскому вокзалу, по которой император и его семья отъезжали по этому отрезку. Отъезжали не только в Гатчину, а также и в свои крымские резиденции, и в Западную Европу, в том числе ездили в Варшаву. Кое-что из этой дороги мы сейчас увидим. Вот она, эта самая железная дорога, которая ведет к царскому вокзалу. Вот здесь, за поворотом, она соединяется с ныне действующей магистральной железной дорогой Петербург, Сиверская, Гатчина и так далее, вплоть до Западной Европы. Вот окраина поселка Александровский. Здесь находится церковь Казанской Божьей Матери. Она построена компанией БСК в 1997 году взамен сгоревшей деревянной церкви, которая была здесь построена в 1826 году на месте якобы обретения иконы Казанской Божьей Матери. Этой самой Божьей Матери церковь и посвящена. Ну, а царская железная дорога стала теперь подъездным путем к предприятию города Пушкина. Может, даже выясним, к какому. Между царским вокзалом и выходом на магистральную дорогу Санкт-Петербург-Варшава дорогу императорскую преграждала река Кузьминка. Вот она. Соответственно, насыпь пришлось прокладывать поперек этой дороги. Ну а чтобы речная вода проходила, в царское время сооружались вот такие, ну это можно назвать статяшкой, мостом. То есть вот мы видим насыпь, вот поверху насыпи идет эта железная дорога императорская. И вот сделан такой мост типа туннель. Сейчас бы уже построили обычный железобетонный мост через речку, а вот это мост-туннель. Такие строили только очень стародавние времена. То есть мост тот самый, по которому через реку Кузьминку проезжал императорский поезд. Вот так вот он оформлен в граните. В граните именно, а не в железобетоне, что тоже нам говорит о древности этого сооружения. И вот внутри, через этот мост-туннель, протекает река Кузьминка. Ну а вот здесь хорошо заметно была стрелка. Ну, сложно сказать, конечно, сомнительно, подходят ли вот эти шпалы ко временам Российской империи. По идее, с тех пор шпалы уже должны все сгнить. Хотя, кто его знает, может быть, это именно те самые шпалы. Но вот, по крайней мере, вот здесь стрелка сходилась вот с той линии. Это однозначно видно, что она здесь сходилась. Конечно, с царских времен этот путь переложен. Там вот везде положены бетонные шпалы, естественно, их не было при царском режиме. Ну, на стрелках вот здесь, как правило, кладутся деревянные. Ну, конечно, это не те шпалы, которые лежали здесь, когда здесь ходил царский поезд. Ну, вот тут сохранились некоторые сооружения железной дороги, именно вот стрелочный ручной перевод. То есть здесь вот
был участок двухпутной железной дороги. Ну а далее мы видим, что железнодорожный путь расходится. И вот прямо пошел подъездной путь вот к этому предприятию, к теплоцентрали. Ну, скорее всего, поезда по этой ветке подъездной ходят именно вот сюда, на это предприятие. Это ТЭЦ, которая, ну, вероятнее всего, отапливает город Пушкин. Может быть, еще какие-то населенные пункты. Вот, соответственно, туда пошел путь. Железнодорожная ветка пошла туда. Она уже проложена, соответственно, в более поздние времена. Ну, а мы продолжаем свой путь. Мы сейчас пойдем вот туда налево. Ну, а царскосельская императорская ветка железной дороги приходит, точнее, проходит мимо вот этих вот исторических зданий. Это здание старинного царских времен депо. Здесь ремонтировались вагоны, тепловозы. Вот можно видеть надпись. Год, когда это здание построено. 1903. Сейчас здесь тоже находится предприятие. Вот оно, собственно, в работе. Поэтому мы можем снять только вот так, из-за забора. Вот здесь старинное здание депо царских времен. Вот так оно выглядело. Ну, отправлялись императорские поезда, соответственно, отсюда. Это есть тот самый царский вокзал. Вот тут павильоны для обслуги. Вот центральный зал. Нет, центральный зал не этот, дальше. Вот здесь всевозможные служебные павильоны, буфет, комнаты отдыха для императорской семьи. Вокзал пострадал во время Второй мировой войны и до сих пор находится вот в таком состояние. Вот здесь заложено кирпичом, но вот здесь вот был, так скажем, центральный вход. Вот он, центральный зал. Вот он, вход, тоже заложен кирпичом, скажем, парадный вход. И вот вход с той стороны, выход на перрон. На перрон выход был вот туда. Сейчас это заброшенное здание. Власти не знают, что с ним делать. Прошел 300-летний юбилей царского села. Вот, кстати, можно видеть отсюда, вот через окошечко, парадное крыльцо вокзала. Так, здесь темно совсем, не видно ничего. Вот, то есть вокзал, вот такая анфилада помещений, вот центральный зал, и по бокам располагались комнаты отдыха, буфетные, всякая такая лабуда. Вот такие тут своды потолков. Здание построено в псевдорусском стиле. Восстанавливать его, по всей видимости, не собираются. Итак, вокзал стоит вот в таком разрушенном состоянии и потихонечку продолжает разрушаться. Ну вот окна оформлены
вот такими вот резными наличниками, каменными, вырезанными из камня. Ну вот здесь лазают сталкеры, даже лесенка для удобства сделана, хотя проще войти через дверь. Но вот почему-то лесенка вот туда, в это помещение имеется. Вот именно отсюда, с этого вокзала, который очень неплохо гармонирует со строениями Федоровского городка, расположенного недалеко отсюда. Вот с этого вокзала именно отправлялся императорский поезд, когда император желал поехать на своем личном поезде в Крым или в гости в Западную Европу, в гости к другим государям. Вот сохранились элементы отделки вот такие. Вот он, центральный портал. Соответственно, с наружной стороны вот она, вот центральный вход, вокзал. Вот сохранились росписи на потолке, кстати. Вот здесь такие росписи по штукатурке были. Возможно, были расписаны все эти стены, но тут штукатурка отвалилась, соответственно, росписи не сохранились. Ну и вот далее продолжение таких окон. Как мы видим, наличники не повторяются, рисунок наличников. Там другие немножко. Вот такое здание в псевдорусском стиле. Хотя портал вот такой вот, это даже где-то привет от античности, от античного времени. Вот такое вот здание вокзала. Это фасад здания вокзала с другой стороны. Вот, соответственно, здесь проходили пути. Вот здесь была платформа. Сюда вот императорская семья выходила и садилась в свой личный персональный поезд. Здание вокзала гармонирует со зданием казарм. Старинные здания вот там вот на горизонте. Там казармы императорских полков располагались. Сейчас, по-моему, эти здания занимает сельхозинститут. Ну, от здания вокзала пути проходили вот так. Вот туда направлялся путь. И дальше ветка железной дороги шла в одну сторону до магистральной ветки на Варшаву и в другую сторону до магистральной ветки на Витебск. Вот такая существовала перемычка, так скажем, с заездом на Царский вокзал. Ну вот, в память так называемые в кавычках «Ура, патриоты!» смогли только поставить вот такой вот деревянный православный крест. На большее у них денег не хватило, хотя люди в основном они не бедные. Но все эти липовые патриоты, кроме того, чтобы кричать о своем патриотизме в средствах массовой информации, больше ни на что не способны. А вот чтобы действительно выделить деньги и восстановить это здание, на это, конечно же, их не хватает. Вот ограничились только данным крестом с иконой Николая II, а он, как известно, Русской Православной Церковью канонизирован. Такое решение тоже вызывает очень много сомнений. На святого государь-император Николай Александрович, конечно же, не тянет. Это может сказать любой, кто маломальски знает российскую историю. Но вот, тем не менее, есть то, что оно есть. Николай II церковью нашей канонизирован. И вот, в общем-то, только вот такую душещипательную надпись здесь еще сделали. Ну, а на большее, а точнее на восстановление данного здания, бессомненно, памятника архитектуры конца 19-го, начала 20 века, конечно же, никого не хватило. Ну, со зданием вроде как проведена консервация. Выглядит она вот так. Но кое-что, кстати, сделано. А именно вот
этом куполе можно увидеть современную металлочерепицу. Конечно же, таких материалов во времена царствования Романовых не было. Ну вот она уже отваливается, то есть качество понятно какое. Проведение данной небольшой, скажем так, реставрации. Ну а главный вход в здание вокзала украшает герб Российской империи. Здесь он исполнен, скажем так, по-византийски, то есть с опущенными крыльями. Как правило, герб с поднятыми крыльями. Ну вот здесь вот он с опущенными, как будто он как-то предчувствовал, что ли, чем закончится история Российской империи. И вот в таком удручающем состоянии находится один из памятников этой самой когда-то великой и могучей Российской империи. Ну вот так разрушенно убого выглядит царский вокзал теперь в окружении новостроек советского и постсоветского времени, в основном советского, конечно. Это вроде бы студенческие общежития, точно я не могу сказать. А вот совсем недалеко от него, от этого здания, находятся те самые казармы. Здесь располагался императорский полк, который нес функции, ну, скажем так, современного президентского полка в Кремле. Вот у императора тоже был такой свой личный полк служить. Естественно, в нем было жутко престижно. И вот именно в этих зданиях, вот в этих зданиях, тоже построенных в псевдорусском стиле в самом конце 19 века, этот самый полк и располагался. Мы продолжаем путешествие по нашей Ленинградской области и направляемся мы сегодня в село Рощино, или по-фински Райвола, что в переводе означает «бешеное». Ну а названо так это село, потому что здесь когда-то жили извозчики, которые славились очень быстрой ездой. Современное название село Рощино получило в честь вот этой вот рощи лиственниц, которая находится недалеко, в нескольких километрах от села, в пойме речки Рощинки, куда мы и попытаемся пройти. Самые старые лиственницы были здесь высажены в 1738 году лесных дел мастером Петровского времени Фогелем на территории 5 гектаров. Лиственница – лучшее дерево для кораблестроения. Оно практически не подвержено гниению и использовалось в Российской империи для постройки судов вплоть до 19 века, до того времени, когда начали строить корабли из металла. В царствовании Екатерины II и Александра I площадь посадок лиственницы здесь была значительно увеличена. Самые крупные экземпляры, высаженные здесь, достигают 54 метров в высоту и где-то около 1,5 метров в обхвате. Сейчас Виндуловская роща является государственным заказником, вроде как охраняется. Вот ее
схема. Ну, насчет того, что заказник основан по указу Петра, это не очень правильная, конечно, надпись, потому что в заказнике деревья рубить нельзя. Это именно как сейчас происходит. И к тому же, по указу царя Петра I в 1738 году никак он не мог быть основан, потому что государь-император, увы, скончался в 1725 году. Так что эту указку, этот указатель делали люди, ну, которые не в ладах с историей. Утверждают, что старейшая в Европе лиственничная роща, тоже навряд ли. Ну вот, единственное, что, наверное, правильно, это то, что вот эти лесные кварталы взяты под охрану в пойме реки Рощинки. И вот эти вот зеленые два квадрата, это как раз именно те, которые были высажены в 1738 году лесных дел мастером Фогелем. Ну а взято под охрану уже вот все то, что обозначено желтым цветом. Это единственное, что в этой схеме правильное. Ну, сейчас заказник охраняется, это действительно заказник, здесь нельзя рубить деревья, разводить костры, т.д. и т.п. В общем, эта территория находится под охраной, что, конечно, правильно. А неправильно то, что пишут на всеобщее обозрение вот такие вот безграмотные делают таблоиды. В конце 19 века, в связи с открытием Сестрорецки курорта, к нему была проведена железная дорога из новой деревни. Эта дорога возила в основном пассажиров-дачников и отдыхающих в Сестрорецком курорте. А дорога, идущая из Белоострова в Сестрорецк, возила в основном грузы на Сестрорецкий завод. Конечной станцией дороги от новой деревни к курорту была станция Дюны. Она находилась, ну, где-то примерно здесь, вот там, в кустах, недалеко от пограничного ручья. Вот он, пограничный ручей. Почему он пограничный? Потому что служил границей между Российской империей и Великим княжеством Финляндским. Нынешняя дорога от Белоострова до Санкт-Петербурга построена в 1925 году. А дорога, проходящая до станции Дюны, в связи с тем, что здесь после получения Финляндии независимости в 1917 году, здесь возникла пограничная зона, и, соответственно, та дорога потеряла свое значение и в связи с этим была, в общем-то, ликвидирована.